Рада приветствовать всех на канале «Арома Фортуна». Гардероб женщины за 50 на холодное время года должен быть удобным, а это предполагает качественный материал, профессиональный крой и отсутствие лишних деталей. Платья для зимы должны быть теплыми и практичными. Не стоит увлекаться декором и яркой расцветкой. Никогда не выйдут из моды классический крой и нейтральный цвет. Моделей вязаных свитеров так много, что каждая женщина сможет выбрать фасон по своему вкусу. Расцветка может быть сдержанной, но не холодной. Очень популярны в этом сезоне пальто с классическим принтом, которые незаменимы как дополнение к джинсам и водолазкам. Отличным решением для холодного времени года может стать меховой жилет. В зимнем гардеробе верхняя одежда занимает важное место. Модные куртки, пальто, шубы призваны не только согревать, но и подчеркивать ваш стиль. Среди разнообразия трендовых пуховиков вы сможете найти удобный для себя вариант, будь то замысловатая дизайнерская модель или лаконичный пуховик нейтрального оттенка. Яркие пушистые шубы, полушубки из эко-меха, а также дубленки – также в моде этой зимой. Хорошо они сочетаются с классическими образами. Зимой полным женщинам необходимо выделять талию с помощью пояса или кроя в одежде. Это сделает фигуру женственной и придаст образу элегантности. Избегайте одежды оверсайз. Она сделает фигуру грузной. Стильные аксессуары способны внести изюминку в любой образ. Зимой вам понадобится стильная сумка и пара модных ремней, качественные перчатки, шапка, шарф или палантин. С таким набором базовых вещей вы сможете создать множество модных образов для работы, прогулки, отдыха, встречи с друзьями, поездки за город. Выбирайте удобную обувь. В моде устойчивые невысокие каблуки, которые можно носить всем, чтобы выглядеть элегантно и изящно. Зимняя мода для женщин 50+, характеризуется широким разнообразием фасонов, цветов и фактур. Экспериментируйте со стилем и выбирайте классику, если вам ближе традиционный подход к моде. Вдохновляйтесь модными тенденциями и стильными образами, чтобы выглядеть модно, стильно и современно этой зимой. Если видео понравилось, подпишитесь, пожалуйста, на канал и поделитесь с друзьями. Пока!